Такси – это общественный транспорт, обычно автомобиль, используемый для перевозки пассажиров в любую указанную точку с оплатой проезда машины по счетчику. Но в последнее время автомобили с шашечками – средство повышенной опасности. Причем не только для пассажира, но и для водителя. ЧП в Ярославле – яркий тому пример. Что делать, если встретился с неадекватным человеком, да еще и в дороге? Будем разбирать сегодня в эфире «Другие новости». Я Светлана Доброхотова. Итак, поездка на такси обернулась больницей для водителя. Облитая кровью машина, разбитое лобовое стекло, жуткое ЧП на юбилейном мосту в Ярославле запечатлели очевидцы. Между водителем такси и клиентом произошел конфликт. Пассажир ударил таксиста канцелярским ножом. Пострадавший не смог уехать и заперся в машине, чтобы выжить. Помочь пытался проезжавший мимо водитель, но и он был ранен. Пассажир такси был неадекватен, говорят очевидцы. Одежда облита кровью, на ногах один ботинок. Он начал прыгать на автомобиле и пытаться разбить стекло. На место прибыли сотрудники Росгвардии, скрутили буйного, пострадавшего в больнице. Ну и это как раз сегодня пострадавший таксист немного оправился от шока и пообщался с журналистами. Он находится в больнице до сих пор. Буйный пассажир такси на принудительном обследовании психлечебницы. По факту нападения на водителя возбуждено уголовное дело. Уникальные подробности жуткой истории в материале Дарьи Коос. Следы от поездки Вологда-Ярославль на теле водителя такси Эдуарда Орлова останутся навсегда. Сейчас глубокие порезы на лице и шее скреплены металлическими скобами. Перебинтованы руки, проведена операция на легкие. Спустя 3 дня после инцидента мужчину не покидает главный вопрос – за что? Как говорит таксист, конфликта с пассажиром не было. В машине царила тишина. Закричал просто, что остановить машину. Сначала надо дать за руль сяду. Потом остановим машину. Ну, а потом я говорю, на маске как остановиться? Нельзя останавливаться. Закричал, останавливай, ну и бросился в тушу. Кульминация возникла на одной из развязок юбилейного моста. Оставив позади больше 200 километров маршрута, пассажир набросился на таксиста с канцелярским ножом. Отбиваться водителю было нечем. Мужчина выбежал из авто на проезжую часть. А эти танцы на лобовом стекле окровавленного человека моментально попали в топ пятничных новостей. Видео снято на регистратор случайного свидетеля. Спасти жизнь водителя такси тоже помогла случайность. Находясь на маршруте патрулирования, увидев, можно сказать, нечаянно вот эту картину и сразу же отреагировав, помогли. Ехали мы, причем, совсем в обратную сторону, но потом, после чего включили сигнал СГУ и выдвинулись к нему по встречной полосе. Так как мужчина вел себя агрессивно, пришлось применить спецсредства ограничения подвижности. С тяжелыми ножевыми ранениями пострадавший был доставлен в Соловьевскую больницу. Туда же на следующий день приехали и родные мужчины. Сюда приехала. Я вообще, он даже говорить не мог ведь. Вот боялись, что мало ли задел чего вот такое. Но вот сначала увидела, что у его шея проколота. На руке большие раны. Вот все руки-то вот проколоты. Ну, он уже сказал, что из этой-то руки, да, говорит, кровь вообще хлестала. На агрессивного пассажира возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В региональном следственном комитете не исключают, что статья будет переквалифицирована на предумеренное убийство. Сейчас подозреваемый находится в психиатрической больнице. Ему назначен ряд экспертиз. Поскольку у следствия имеются обоснованные сомнения в психическом состоянии подозреваемого, в отношении него будет проведена психиатрическая судебная экспертиза. Для определения психического состояния в момент совершения преступления эксперты должны сделать вывод о вменяемости либо невменяемости мужчины.
слову, водитель такси не успел доехать по злополучному маршруту несколько километров. Конечной остановкой был 17-й дом на улице Панина в Ярославле. По словам водителя такси, пассажир ехал к отцу, омраченный смертью матери. Повлиял ли этот факт на психическое состояние мужчины, установят следователи. Тем временем на сайте агрегатора такси, водителем которого был пострадавший, есть один очень интересный текст. На время поездки застрахованы жизнь и здоровье как водителя, так и пассажиров. Зато о безопасности ни тех, ни других в такси ничего не сказано. Так почему же водитель не позвал на помощь своих коллег? Кто стоит на страже спокойствия и водителя, и пассажира во время поездки? Мы узнали у индивидуального предпринимателя, тесно связанного с услугами таксомоторов, Валерия Семыкина. Ответы на эти вопросы расставят все точки над «и». С приходом современных федеральных агрегаторов, по большому счету, эта функция у водителей, вернее, в программе отсутствует. Она где-то и заложена, но пока до нее водитель доберется, я думаю, ему отрежут все, что может. Поэтому на сегодня можно сказать, что водители такси, по большому счету, не защищены. И им остается надеяться только на самих себе. Никто не несет давным-давно ответственность, потому что все возложено на водителя. Агрегаторы отдают просто заказ. Как водитель не застрахован, так и пассажиры. Потому что, к сожалению, этим занимаются разные люди. И каждый занимается, так скажем, не особо добросовестно. Не все этим занимаются добросовестно. Потому что многие сажают за руль просто людей, которые не имеют опыта. Как правило, водители не проходят минимальный отбор там, или тестирование такое, поэтому к этому все и приводит. То есть получается, водитель и пассажир, садясь в такси, отвечают каждый сам за себя. И просить помощи не у кого. Дали возможность за работой – работай. Хочешь ехать – едь. А новостные ленты продолжают пестрить подобными историями с нападениями на водителей таксомоторов. Только за этот год не один десяток сообщений. Самые жуткие разборки на дороге увидим в нашем обзоре. Поездка с преступником привела к страшной трагедии – кровавая расправа в башкирском селе. Местный житель рано утром сел в машину такси. Водитель без вопросов доставил пассажира до дома. Но оказалось, что платить за поездку нечем. Пассажир обещал вынести деньги через несколько минут, но вернулся уже с ружьем в руках. Начал стрелять по колесам, водитель дал газу. Дебошир устроил погоню, стреляя по автомобилю. Оказалось, что неадекватный преступник до этого застрелил дома супругу, соседку и полицейского. Еще один человек получил ранение. А на этом видео кровавая расправа над таксистом в Москве. Не сошлись в цене, пестрят новостные ленты. Пьяный пассажир, возвращающийся с корпоратива, перерезал горло водителю белой иномарки. Вот на этих кадрах видно, как машина с открытыми дверями едет по Крымскому валу. Внутри жестокая перепалка. 25-летний москвич ударил водителя ножом и попытался скрыться. Водитель такси смог сам выбраться из машины и дошел до обочины. Но прибывшие на место медики спасти его не смогли. Убийцу задержали по горячим следам. От полицейских молодой человек прятался в подземном переходе. Деньги сыграли злую шутку и в этой истории. В Благовещенске пассажир такси напал на водителя с топором и отрезал ухо. Как оказалось, таксист привез пассажира до указанного адреса, но у попутчика закончились деньги. И вместо оплаты он начал махать топором. Водитель дал отпор и смог выхватить оружие. Ответа нападавший не ожидал и скрылся с места происшествия. Водителя такси доставили в больницу. А на этих кадрах толпа неадекватных мужчин избивает водителя такси в центре Москвы. Видео драки запечатлели очевидцы. По их словам, пассажиры были изрядно пьяны. И, видимо, во время поездки возникла словесная перепалка. Водитель остановился, и драка продолжилась уже на улице. Несколько мужчин машут кулаками. Один из них начинает курочить машину. Бьет по капоту. На помощь коллеге приезжает еще один желтый автомобиль. Водитель отделался синяками и ссадинами. Дебоширов доставили в отделение полиции. Знаете, не всегда водители такси оказываются жертвами. Статистика показывает обратное. Часто они становятся виновниками происшествий, нападают на пассажиров. На этом видео в Химках водитель устроил потасовку женщины. Она пыталась сбежать, но видно, как водитель пытается затолкать ее обратно в машину. Бывает, доходит и до уголовных дел. В Махачкале между водителем и 35-летним пассажиром произошел конфликт. Водитель взялся за нож и нанес несколько ударов. Одумавшись, он отвез раненого в больницу.
больницу. Но медики спасти пассажира не смогли. Многие таксисты не имеют лицензии, нарушают правила дорожного движения и становятся участниками ДТП, в том числе и с летальным исходом. Есть в Ярославской области скандальное такси. Только за 2018 год их автомобили более 200 раз попадали в ДТП. Неоднократно с пострадавшими. Более 1000 водителей этой компании были оштрафованы, в том числе за пьяное вождение. Но несмотря на все жуткие случаи и новости с пометкой ЧП в такси, за последние 5 лет этот вид транспорта становится особо популярным средством передвижения. 46% опрошенных стали чаще ездить на такси. Еще 39% вызывают такси примерно с той же частотой, как и прежде. И лишь 15% не доверяют поездке машинам с шашечками. Статус доверия такси основан на вероятности попасть в ДТП. По статистике, личные автомобили попадают в аварии в 2,5 раза чаще, чем такси. А смертельное ДТП с такси и вовсе случаются в 5 раз реже, говорят в аналитическом центре при правительстве России. А тем временем 79% опрошенных в ЦИОМ считают поездки в машине с шашечками в их городе безопасными. И здесь главные критерии. Итак, соблюдение водителем правил дорожного движения 66%. Аккуратная манера езды волнует еще 62%. Чуть меньший процент набирает техническая исправность автомобиля. Вот здесь, кстати, я бы поставила и свой голос оставила здесь. А вот поведение водителя, его внешний вид, речь и вежливость почему-то не так сильно влияют на безопасность. Всего 45% уделяют этому внимание. Тем временем парк такси в России ежегодно увеличивается на 17%. Число водителей за 8 лет выросло в 2 раза. Профессиональных таксистов в стране около 700 тысяч человек. При этом, что немаловажно, увеличивается и годовой пробег автомобилей, катающихся по маршруту. Тем не менее, в первую очередь, перед тем, как сесть в такси, пассажиры все же обращают внимание на сам автомобиль, его внешний вид и состояние. Потом только наблюдают за мастерством самого водителя. А вот меньше всего баллов набирают такие критерии, как наличие лицензии на перевозку пассажиров, гражданство водителя, форма собственности такси, таксопарка или просто бомбила и марка автомобиля. А вот лицензия и гражданство водителя влияют на безопасность и качество перевозки пассажиров, как ни крути. Но вот посчитать, сколько водителей реально оказывают услуги такси в Ярославской области, сложно. Зато на портале открытых данных Ярославской области есть цифра реального количества выданных лицензий. Это 4344 разрешения. Но тем временем в студии ко мне уже присоединился гость. Это психолог Тамара Кутукова. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Вот видели мы в сюжете, и рассказывала я сегодня о том, что неадекватными могут быть как водители, так и пассажиры. Вот что делать, если в таком замкнутом пространстве какая-то конфликтная ситуация, и один виновник, другой потерпевший, да? Как правильно реагировать на такое обстоятельство? Ну, постараться максимально не обострять конфликт и как-то свои эмоции сдержать. И из этого закрытого пространство как можно быстрее уйти. Как распознать, человек просто сильно агрессивный или у него какая-то психопатология? Увы, на определение психиатрического диагноза и у психиатров должно уйти некоторое время, как минимум 1-2-3 встречи. Это не так просто на первый глазочек вот так вот определить. Вот. Но если вы видите, что человек явно находится в эмоционально очень нестабильном состоянии, очень агрессивном, то тут, наверное, не важно, психоз у него или просто дурной характер, лучше избежать контакта, ну, и максимально быстрее. Стоит ли пытаться успокоить, я не знаю, каким-то ласковым словом, или наоборот, есть вот методики, я смотрела в интернете, наоборот, вызвать агрессию, то есть как-то прореагировать на его поведение. Агрессию провоцировать точно не стоит, потому что в агрессивном состоянии, в состоянии страха пугать тоже не надо. Люди ведут себя очень нехорошо, скажем так, мягко. Пытаться успокоить, ну, если вы верите, что вы обладаете таким даром, то да, но это 50 на 50. Либо встреча. Ну, может быть, как незаметно попытаться вызвать какую-то помощь? Как достать телефон так, чтобы он не заметил? Допустим. Ну, вот хорошо, что вы об этом сказали.
далее. Если вы видите, что человек находится в опасности сам или представляет угрозу для себя, то по закону скорая психиатрическая помощь приезжает и, ну, как-то забирает этого человека, и дальше уже он находится на лечении. Безопасной для себя и окружающих ситуации. Ну а как достать телефон незаметно, тут уже дело вашей изобретательности. Но делать это точно надо. Не надеяться, что вот сейчас там 10 минут пройдет и все само собой устаканится. Нет, все-таки психиатр — это друг человека, и надо к помощи этого замечательного. Громко кричать о помощи стоит? Можно. То не есть спровоцирует ли это еще больше? А уже дела плохи, какая разница, хуже не будет. Опять же, другая сторона медали. Если мы стали свидетелем какого-то конфликта, пусть будет на дороге, там, во дворе, на улице, когда два человека дерутся, или мы видим какое-то неадекватное поведение, стоит ли подходить и пытаться как-то устранить этот конфликт? Помочь, может быть? Все зависит от вашей физической и психической стоимости, устойчивости. Можно огрести, простите за грубость, за компанию еще больше. То есть здесь лучше доверять все-таки решение таких острых конфликтов специалистам, той же полиции, например. То есть звонить там в 02? Звонить. Что нужно в качестве самообороны, может быть, как психолог, можете ли посоветовать, что нужно носить в своей сумке? Стоит ли применять газовые баллончики, электрошокеры и так далее? Если вы умеете ими пользоваться, потому что любое средство самообороны можно обернуть против себя. Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, что наши телезрители сейчас примут к сведению и будут осторожнее в своих каких-то желаниях поучаствовать в том или ином конфликте или спасти какую-то историю. Важно понимать, что встретить человека в психозе или в остром каком-то таком психическом состоянии шансы не так уж велики. Больше велики шансы попасть случайно под машину, чем вот стать жертвой психически нездорового человека. Но весной человека. Все равно таких людей обострение. Да, весной обострение. Спасибо вам большое. Тамара Кутукова, психолог, была гостем нашей студии. Ну, а я, безусловно, скажу, что мы можем брать с собой средства самообороны, будь то газовые баллоны, электрошокер и так далее. Но самое главное — не реагировать и не провоцировать конфликт. Иногда лучше просто промолчать и не привлекать внимания. Иногда лишнее слово может стоить нашей с вами жизни. У меня на этом все. В студии работала Светлана Доброхотова. До встречи в эфире.